На заседании в четверг выступил председатель КНР. Си Цзиньпин призвал членов АТЭС к активизации сотрудничества, и это даст толчок глобальной экономике. Глава Китая обратил внимание на то, что для поиска новых импульсов для роста нужны реформы и инновации. Члены АТЭС должны всячески поощрять взаимодействие в АТР и ускорить строительство зоны свободной торговли. Председатель КНР говорил и о реализации инициативы «Пояс и путь», а также о подготовке к запуску Азиатского банка и инфраструктуры. Инвестиций. Си Цзиньпин убежден в том, что экономика Китая выйдет на устойчивый и здоровый рост и тем самым откроет больше возможностей для региона. На этом же заседании лидеры АТЭС обратились к теме создания Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли. Они условились действовать на основе дорожной карты, утвержденной годом ранее в Пекине. Кроме того, участники встречи заявили о создании открытой среды для торговли и инвестиций, укреплении многосторонней торговли и устранение протекционизма в любой форме в рамках АТЭС.